В 1928 году в Петровском парке открылся стадион, который в то время стал самым большим по количеству зрителей стадионом в Европе. С тех пор прошло много лет, и на этом поле было много побед, много легендарных матчей, много событий. Все мы о них помним, но самое главное, что на этом поле произошло, здесь фактически взошла звезда легендарного, великого советского и российского вратаря, единственного вратаря, который получил золотой мяч, Льва Ивановича Яшина, чей день рождения мы сегодня отмечаем. Команда, которая занималась этим проектом, мои коллеги из банка ВТБ, из управляющей компании «Динамо» и наши партнеры из общества «Динамо» очень гордятся, что все-таки к годовщине великого вратаря мы смогли завершить основные строительные работы на футбольной части стадиона. Но не только стадион строится на этом месте теперь. Здесь будет многофункциональная, великолепная площадка для концертов, хоккейных и баскетбольных матчей. А в Петровском парке будет прекрасное городское общественное пространство для всяких самых разнообразных мероприятий, потому что для тех, кто родился и вырос в «Динамо», и кто хорошо знает этот район, «Динамо» и Петровский парк всегда были местом праздника, местом, куда можно было приехать, отлично провести время, местом такого настоящего спортивного тусыча, как сейчас говорят. Я очень рад, что мы приближаемся к значительной дате открытия этого объекта целиком весной 1918 года. Сегодня произошло еще очень важное событие, которое по значимости, я думаю, не уступает дню рождения Льва Ивановича Яшина, по крайней мере, для того человека, о ком я сейчас скажу. Сегодня в семье нашего сотрудника Ильи Стерликова 15 часов 10 минут родился сын. Я хочу его с этим поздравить. Илья, молодец, да, ты угадал хорошо. Поздравляю вас с праздником и всего хорошего. Спасибо, что пришли отметить с нами этот великолепный день.